Хочу передать привет маме, папе, всем знакомым, своим, своей подруге Камиле, своей группе 22 фарм, своему куратору Сергею Юрьевичу, который сейчас находится на соревнованиях в Анапе. Мы его очень сильно любим и ждем. А также хочу поздравить студентов, первокурсников НХМТ с тем, что они вступили на новый путь, получили новый статус. Теперь они студенты, вступили во взрослую жизнь. Хочу пожелать им успехов в учебе, удачи и здоровья. Здравствуйте, всем большой привет, особенно родителям, близким и родным, и всех, кого мы знаем, и всему городу жителям. Хорошего, прекрасного настроения. Ну, я хочу передать привет всем знакомым, родным и близким, пожелать всего хорошего. Ну, я передам своим коллегам пожелания всего доброго, здоровья, всем здоровья и здоровья. Что еще сказать? Вот, часто приходится с коллегами общаться? Часто общаемся. Но коллеги, я уже пенсионерка, коллеги все еще работают. Вот, поэтому всего доброго, всем всего доброго. У сына наступает самый день рождения 25 сентября. Живет в Нижнем Новгороде. Прибавление в семействе ждут. Здоровья, бодрости, энергии. Пусть этот день звездой счастливый войдет в семейный их уют. Прошедшим днем не тороплю. Пусть печали, невзгоды, болячки все уйдут. Чаще будем улыбаться, по пустякам не огорчаться, не нервничать, не болеть, а просто жить и здороветь. Передай привет всем родным, детям. Вот. Какие пожелания? А? Пожелания. Пожелания? Чтобы все нормально было. Чтобы учились хорошо. Благодарю нашу город-администрацию, администрацию храма нашего, всех сотрудников, которые приняли активное участие, чтобы такая, ну как сказать правильно, сильная вещь побывала у нас в Новочебоксарске. Потому что вчера я узнала, что Спиридон Тримифунский – это очень сильная икона, которая помогает в излечении многих болезней. Хочу передать привет своим родным и близким, моим папе, брату и пожелать всего самого наилучшего. Привет, сестре. Хорошего настроения, здоровья, здоровья, всего хорошего. Всем желаю добра, счастья, здоровья, самое главное, и больших успехов в жизни. Это моим детям, снохе, внукам, внучке, сыну и мужу. Привет всем моим знакомым по городу. Я уж тут 40 лет живу с самого начала. Здоровья желаю, хорошего, хорошей осени. Я бы хотела передать привет своей маме, своим друзьям, Юле, Сергею. А также хотела бы передать всем пожелания здоровья, чтобы никто не болел, как я. Вот, собственно, и все.